7 хитростей правильного питания. Планируй меню на неделю, а приготовленную еду взвешивай и раскладывай в контейнеры. Так ты точно сможешь контролировать количество принятой пищи. Старайся есть из маленькой посуды. Одинаковые порции в тарелках или контейнерах разного размера выглядят тоже по-разному. Психологически кажется, что в маленькой тарелке еды больше. Используй узкие и высокие стаканы. Мозг считает, что в высоком стакане жидкости больше, чем в низком и широком. Благодаря этому потребление вредных напитков можно сократить. Храни полезные продукты на видном и доступном месте, чтобы в случае голода до них было легко добраться. Пусть перекус будет здоровым. Вредную еду храни в менее доступных местах, в пакетах с зип-локом, в закрытых непрозрачных контейнерах. Это снижает риск случайного употребления и позволяет четко контролировать свои порции. Во время совершения покупок обходи супермаркет по внешнему кольцу. Именно там обычно располагаются полезные продукты питания. Во время обеда пользуйся правилом половины тарелки, то есть не менее чем половину ее должны занимать овощи или фрукты. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч!